Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на нашем канале в стильном бутике Калетты. Сегодня у нас обзор сапог, обзор ботинок, осенняя коллекция. Что-то даже можно и в зиму носить. Модель будет интересная, такая классика, но классика нестандартная. На самом деле сейчас продолжает быть модным высокая платформа, каблук, та обувь, которая делает вас высокой, стройной и, кстати, как показала практика, более женственной. То есть, казалось бы, они такие брутальные, но делают вас более такой аккуратной девушкой. Сегодняшний обзор хочу начать с Бадфорд. Посмотрите, какая красота. Я уже даже их примерила на себя. Они у нас в двух вариациях есть. Есть в замше и есть в коже. Вот так они будут выглядеть на ноге. Прикрывают коленочку. Здесь есть стрейч, поэтому они тянутся. Эти тянуться будут еще больше, потому что здесь ткань. Здесь вот это кожа-заменитель, а здесь натуральная кожа. Здесь тоже натуральная кожа. Внутри идет байка. Значит, по стоимости эта модель у нас 5770, они идут в замше с 36 по 40. И если мы рассматриваем кожу, то это будет 5000, также 5770. Также с 36 по 40. Сзади небольшой значочек, доллар. Ну, камушки просто сверкающие, красиво смотрятся. По размеру, размер в размер, мне прям идеально сел 38 размер. Следующая модель. Вот такие высокие ботинки. Что мне здесь нравится? Акцентные ремешки. Ярко будут смотреться. Вот у меня на самом деле многие пишут, что хочется более утонченный обувь. Но мне наоборот нравится, когда такое смешение стилей. То есть идет классика, как шортики у меня такие более классические. Рубашка и вот такие брутальные ботинки. Мне кажется, смотрится очень интересно. Сзади на каблучке есть тоже дополнительный аксессуар. Застегиваются они при помощи ремешков, поэтому могут, соответственно, моделироваться относительно вашей ноги. Худенькая, она полненькая. Здесь тоже много места, то есть широкая ножка сюда прекрасно войдет. Цена их 12670, размер представлен с 36 по 40. И они у нас в двух вариациях. В белом цвете в лаке, и есть они в гладкой коже в черном цвете. Следующая модель мне особенно нравится. Посмотрите, как они интересно выглядят. Ремешочек этот регулируется, можно вот так сделать его, можно вот так внахлёст, можно вообще снять на самом деле. И здесь сверху они тоже регулируются, то есть можно вот так пристегнуть, вот, вот они вот так смотрятся. Можно отстегнуть и полностью закрыть, вот они тогда вот так. Каблук устойчивый, есть платформа. Не тяжелые, при том, что выглядят достаточно массивно. Давайте посмотрим, как они будут выглядеть на ноге. Они представлены в двух вариациях. На мне они в гладкой коже. И есть они еще в масляной коже. Вот, масляная кожа. На мне, кстати, вот я специально в двух вариациях оставила. Так они пристегнуты, так они полностью застегнуты. Кажется, выглядит очень модно. Значит, в масляной коже их цена будет 15570. А на мне в гладкой коже 16170. В размерах идут с 36 по 40. Размер в размер идеально. Если вы приверженец классики, то обратите внимание на эту модель. Выглядят они как будто немножко состаренные, но это специально такой эффект на пяточке и на мысике. Здесь идет гладкая кожа, безумно удобная модель. Вот прям ходить на каждый день и радоваться. Внутри идет небольшой флис. Баечка. Кожа хорошая, плотная. Каблучок есть, есть платформа. И давайте посмотрим, как выглядит на ноге. Представлены они в размерах с 36 по 40. Подойдут и на ножку средней полноты, и на широкую ногу тоже подойдут. У меня в объеме есть запас сейчас. Идут размер в размер и по стоимости 7370. Яркие объемные ботинки, при этом они не тяжелые. Сделаны они из белой натуральной кожи. Смотрится, мне кажется, очень стильно. Здесь что хорошо? Есть шнуровка, то есть можно регулировать их по объему, такой как аксессуар. Но также можно регулировать и при помощи ремешка. Но одеваются они при помощи молнии. Внутри идет баечка, тепленький. Вот виден срез, натуральная кожа. И представлены они у нас в двух вариациях. Есть в белом цвете, есть они еще в черном оттенке. Причем черные, когда видите, тут пряжка идет прям под цвет самих ботинок.
стоимость их 14 170, в размерах идут с 36 по 40. Размер в размер подойдут на широкую ножку в том числе, потому что по объему есть тоже у меня запасик именно по ширине ножки. Эта модель у нас уже была ботинок, они были только в коричневом цвете, сейчас пришли еще в черном цвете. Обратите внимание, какая здесь кожа, она такая фактурная идет, немножко как будто мятая, тоже специально такой состаренный эффект. За счет этой брошки смотрится так достаточно брутально, как будто полицейский значок. Но интересно на ноге. Внутри байка, это все натуральная кожа. Они тоже легенькие, хорошие классические ботинки, которые ну, очень многим образом у вас подойдут. Стоимость их 7170, в размерах идут с 36 по 40. Интересные ботинки, которые сделаны, как будто бы это лоферы с гольфами. Мне тоже очень понравились, как они выглядят. Такая молодежная история. Школьники, подростки, ну, до 35, мне кажется, вот такую историю можно носить. Я сама бы такие носила. Здесь идет стретчевый материал, поэтому и на широкую голенище, и на узкое сядет хорошо. Внутри тоже достаточно много места здесь по объему. Каблук, платформа. Давайте просто посмотрим, как они выглядят на ноге. Смотрится достаточно нарядно. Интересно будет именно с какими-то короткими вариантами, юбкой, шортами. По стоимости 11 970, в размерах идут с 36 по 40. Размер в размер. Вот сзади тоже красиво, интересно выглядит. Следующая модель. Смотрите, высокие ботинки. Тут каблук уже идет повыше. 7 сантиметров. Платформа. Натуральная кожа, такой немножко дерзкий вариант, я бы сказала, за счет вот этих застежек. Высокая шнуровка, внутри также идет баечка. И давайте смотреть, как выглядит на ноге. Представлены они в размерах с 36 по 40 по стоимости 15 70. Вообще сегодня все модели хороши, вот. Каждую примеряешь, и по комфорту удобно, и к определенному стилю определенная модель. Прям каждая красотка по-своему. Еще одни высокие ботинки с сердцем. Эта модель у нас была в прошлом году только, кстати, в шоколадном цвете. В этом году, так как она пользовалась большой популярностью, такие же заказали еще черные. И шоколадные тоже взяли, потому что смотрится эффектно за счет как раз вот этого сердца. Платформа, каблук. Что мне нравится, когда одеваешь такую обувь, вот можно посмотреть на ногу, сразу ноги увеличиваются в длине, вот, и ну, вы такой сразу высокой становитесь, и в то же время и удобство, то, что лужи, там еще что-то, ничего не промокнет, тепло ногам, внутри идет баечка, и рост добавляет, и ходить удобно, то есть модель просто универсальная. Представлена она у нас в двух оттенках, в шоколадном и в черном цвете. Стоимость их 11 870. В размерах идут с 35 по 40. Эти ботинки моя любовь. Мягкие, удобные. Подойдут и на широкую, и на узкую ногу, потому что здесь вот есть запасик, если что. Отпружинивают во время ходьбы. Вот здесь вот удобная подошва очень идет. Внутри баечка. По объему регулируется при помощи шнуровки. Такая вставка небольшая резиновая, если у вас, соответственно, широкое голенище, тоже подойдет. То есть ботинки вообще очень крутые. Они у нас уже были, мы их повторяем постоянно, пока вот они опять снова появились, пока они есть в наличии на все размеры. С 36 по 40, размер в размер они идут. По стоимости 6 770. Ботинки, правда, супер. Еще одни ботинки похожие, но смотрите, здесь идет уже и каблук повыше, и платформа повыше. Такая более, наверное, молодежная модель. Хотя и женщины в возрасте тоже носят такую обувь. Эти идут уже на молнии. Внутри идет баечка, но она прям тоненькая-тоненькая. Представлены они в размерах с 36 по 40. И по стоимости 5 170. Здесь подошва облегченная. Прям она легкая-легкая, невесомая. Как пушинка. И рост, соответственно, повыше, потому что сама платформа и каблук делают тебя более высоким. Подойдут на широкую ножку и на узкую ножку, то есть модель универсальная. И еще одна похожая модель, тоже идет с облегченной подошвой. Резинка как челсики. Они без молнии, одеваются при помощи шнуровки. Вот, легенькие просто, 200 грамм.
Смотрите, как они выглядят на ноге. Тоже очень комфортные. Подойдут и на узкую, и на широкую ногу. Цена их 10 270. В размерах идут с 36 по 41. Причем они полноразмерные. То есть вы спокойно и действительно сможете носить на 41 размер. Также эта модель есть еще в молочном цвете. Но он такой беж, кофе с молоком. Тоже очень эффектный цвет. Цена их также самая будет 10 270.